Еще один. Ugh.
Отойди! Ладно, давай поищем путь к гавани. Надеюсь, лодка еще там. Это старые грузовые описи. Ого. Они хорошо сохранились. Эй, смотри-ка. Вроде похоже. Эсперанса отплыла из порта Кальяо в Перу на борту 800 слитков золота, 1200 серебра, изумруды, золотые маски и украшения. Ого, читаешь старый испанский как родной. Видать, непростой расхититель могил, да? Нашел. Золотая статуя. Вес 20 арок. Больше 500 фунтов. Это она. Ух ты. Точно она. Да, выглядит жутковато. Ха, больше записей нет. Это чей-то подарок? Что? Ау. Ну да, можно и так сказать. А я-то думала, ты из тех, у кого подивиться в каждом порту. Если бы. Нет, это кольцо Фрэнсиса Дрейка. Я его вроде как унаследовал. Sic parvis magna. Великое начинается с малого. Его девиз. Глянь дату. 29 января 1596-го? Через день после его кончины. Стоп, а это что за числа сбоку? Координаты. Это у берегов Панамы. А, так вот как ты вышел на гроб. Да, именно. Дрейк оставил это кольцо как подсказку с указанием на место. Тому, кого хватит мозгов расшифровать. Лезть не поможет. Мы все равно отсюда валим. Боюсь, что Эльдорадо мы увидим только на бумаге.